А на первый взгляд на кого больше похожа? На брат. На себя. На себя похожа. Хорошо. Так, и мы вас поздравляем с этим торжественным событием и хотим вам вручить. Это первый документ малыша, это новый паспорт. Будете туда записывать первые начинания. Вот. Все, что будет происходить, будете туда записывать. Спасибо. Также на вашем событии торжественном присутствуют ваши родственники. Проходите, родственники, целуйте, поздравляйте мамочку, благодарите. Сегодня пожелаете в этой комнате своей новой родственнице, обязательно должно сбыться. Поэтому наживайте много-много, чтобы ей хватило на всю жизнь. Я желаю расти моей внучечке здоровой, красивой, умненькой, на радость папе и маме. Вот. Тетя, да, или крестная? Это тетя, да? Тетя. Я желаю ей, чтобы она была всегда здоровая, радовала маму, красивая, умная и счастливая девочка. А ну скажи, пожалуйста. Счастье! Счастье, пожалуйста. Что еще, Миша? И все. И все? Счастье, здоровье и успеха. Да. И счастливого детства, деткам нашим. И будущего. Хорошего будущего. Сегодня мы присуждаем почетное звание родителей Елене и Станиславу в честь рождения дочери. Поздравляем вас! Также почетное звание старшего братика присуждается Мишеньке в честь рождения сестры. Держи! Вот теперь у тебя новое звание, ты уже теперь старший братик, да? У тебя где много обязанностей появится. Мне 5 лет! Тебе 5 лет, как хорошо! Почетное звание бабушки присуждается Татьяне в честь рождения внучки. Держите! Спасибо! Почетное звание еще одной бабушки присуждается Татьяне в честь рождения внучки. Передадите.
Почетное звание Стиоди присуждается Анастасии в честь рождения племянницы. Держите. И еще почетное звание старшей сестрички присуждается Наденьке в честь рождения сестрички. Галечка, держи. Ну что, родители, звание мы уже раздали, а теперь нужно распределить обязанности. Мамочка, держите. Вот, видишь, Миша, это моя первая очередь. Чем у нас мама будет заниматься? Ой, покупать красивые игрушки буду я. Так, поворачивайте карточку, смотрите на меня. Не сомневаюсь. Да. Чем у нас папа будет заниматься? Вставать ночью. Вот, папа у нас будет ответственным по ночным. Мы тоже не сомневались. Так, что у нас еще мамочка будет делать, Анитя? Читать перед сном сказки буду я. Ладно, хорошо, поворачивайте. Мама у нас будет ответственная по сказкам. Давай поменяем. Нет. Так, что еще папа будет делать? Мне пока фартит. Стирать пижонки. А, ты взяла машинку. Нет, то предыдущая. Папа, у нас папе будут самые ответственные задания, да, папа? У нас ответственные. А я? Я сейчас зайчик и тебе дам. Давай тебе. Так, что у нас будет старший братик делать? Держи, вытягивай. Так. Он ему читать еще не может. Хорошо, мама поможет. Нянчить ребенка в отсутствие родителей буду я. Вот, у нас братик зарастет, главное не балуйся, Миша, потому что... Хорошее задание ты получил. Вот, у нас главный няня будет. Так, чем у нас бабушка будет заниматься? Купать ребенка буду я. Вот, бабушка вот этим сегодня и займется. На меня карточку и улыбаемся. Ой, хорошо. Так, чем у нас тетя будет заниматься? Покупать памперсы буду я. Ну а что ж, и это тоже нужно. Так, сейчас, секундочку. Далеко пойдем. Тетя у нас будет ответственна по памперсам. Так, Мишенька, бери еще одну. Миш, бери еще одну. Мне должно быть два? Да. Помогать. Помогай буду я. А ну, дальше. Воспитывать ребенка буду я. На меня пока смотри. Что еще бабушка будет? Спонсор. Ребенка буду я. Вот, вот у нас уже и спонсор определился. На меня карточку бабушка, чтобы потом не отвертеться, да. Запечатли. А можно эти картинки мне забрать домой? Не, это мои. Что еще тетя будет? Возить ребенка на море буду я. Вот, радужка, так что могу я. Тетя будет ответственная по морям. Хорошо. Так что у нас Наденька? Наденька что будет делать, да, зайка? Ай, скажи. Моя лапочка, что же будет Наденька? Давай покажешь. Гулять с малышом в парке буду я вместе. Да, вместе будете. Вместе. На, забирай. Пусть счастье длится день и ночь, и каждое мгновение растет красивой крошка дочь в семье на загляденье. Пусть вместе с солнышком встает и чаще улыбается, пусть Бог здоровье ей дает, и все в жизни получается. В добрый путь растите большие и здоровые, приходите к нам через пару годиков.